Дорогие друзья, коллеги, поздравляю от души с праздником нашим профессиональным 12 апреля. В прошлом году у нас были очень великие достижения. 75 лет институту, 75 лет отрасли, 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этом году не менее важная дата – 65 лет со дня первого запуска искусственного спутника Земли. Все эти годы специалисты ЦНИМАШ и специалисты отрасли трудились на благо нашей страны. Считаю, что мы достойно встречаем эти даты и будем стремиться в лучшее будущее. Сегодня, как никогда, важны слова Константина Эдуардовича Циолковского. Ничто невозможно сегодня, будет возможно завтра. Давайте придем завтра к этим успехам. С праздником,